www.brutusport.org, и мы представляем вам очередное интервью слам-финалов 4 сезона StarLadder. Рядом со мной стоит игрок Virtus.pro, Crazy. Это ты? Точно? Это он. И у меня для тебя много вопросов по заявкам от наших читателей. Но начну я все-таки, наверное, с турнира и с таких околотурнирных вещей. И насколько я понимаю, у вас такой получился достаточно долгий буткемп в Киеве. Ну, ты имеется в виду тренировочные тренировки, да? У вас был Asus не так давно, сейчас StarLadder. И как ты мог бы суммировать вашу форму нынешнюю вот после завершения этих двух ивентов? Именно суммарную? Ну, суммарно все вышло, в принципе, неплохо. Мы заняли второе место на Asus. Вот. Ну, в принципе, довольны собой. Empire наши самые сложные соперники были. И, в принципе, что-то все-таки мы для себя выяснили из этих игр всех, против Empire особенно. Вот. И будем делать выводы. Собственно, на StarLadder мы, конечно, расстроились. Ну, как бы четвертое место из четырех возможных, да, понятное дело, расстроились, все что-то хотели, какие-то кислые, тухлые, хотели быстро ехать уже домой, кто-то уже уехал быстро, там у нас с Лиданом уже укатили быстро, вот, и, собственно, я ожидал, если мы проиграем, что будет все хуже, но все не так уж плохо. То есть вы все-таки какой-то повод для оптимизма все равно находите, да, после этого поражения? Ну да, мы посмотрели все свои игры, кто-то хотел, смотрел нехотя, лично я очень хотел посмотреть все эти игры и поработать над ошибками, что-то видеть, что было не так, что так, что... А каково твое видение, почему команда вот так вот лихорадит? То есть она то выступает классно, даже вот с одним конкретным соперником, то дает классные сеты, то дает такие очень посредственные, там просто такой фит-фест бесконечный. Ну, не знаю, мы играли как-то не особо своим стилем, как мне кажется. Вот. Фанатиков мы, ну как, считали их довольно-таки слабыми соперниками из всех на StarLadder. Вот. И, в принципе, обыгрывали до этого их в онлайне без особых проблем. Uh-huh. Получалось у нас. Вот. Но сейчас что-то не сложилось. Во второй игре все вышло круто, довольно-таки наш пик реализовали, осуществили, а в первой и третьей, в первой дым вообще не хочу не говорить. Вот. А в третьей у нас, в принципе, были шансы, но вроде как пик такой был у нас растягивающий, все более-менее шло нормально, потом какой-то фейл такой, и они уже начали там по одному убивать нас, еще что-то, и, собственно, так пошло там по накатанной. Свою игру персонально как ты оценил бы вот на StarLadder? Ну, мог сыграть лучше, сыграл не так плохо, но далеко не... Ну, я, насколько знаю, тебе много так критики досталось, да, и периодически достается. Ну, да. Ну... Ты ее выдерживаешь мужественно или она тебя так немножко, ну, угнетает? Ну, конечно, слегка не нравится, да, когда тебе там указывают на твои ошибки, но, в принципе, я довольно-таки нормально воспринимаю всю эту критику и пытаюсь работать над ошибками и как-то исправляться. Понятно. Ну, перейдем к вопросам от читателей. Во-первых, расскажи о себе, о том, как ты попал в команду Virtus.pro. Ну, вначале попал я вообще в киберспорт профессиональный. Играл я в The Nation. Вот, играли мы там, играли, менялся у нас частенько состав, вот, потом какие-то начались у нас нелады слегка, я там, можно сказать, не поделил роли в команде The Nation, вот, и мне как-то поступило предложение от команды Virtus.pro, я уже начал задумываться, и у нас как-то все там распалось, и, собственно, я попал вот так вот в Virtus.pro. Доволен тем, что попал в Virtus.pro? Как тебе вообще команда? Безусловно, да, хорошая организация, все устраивает, все круто. А сама команда, сам коллектив, то есть вы вообще как, насколько конфликтная у вас там атмосфера? Ну, вначале было все слегка так как-то, все были как-то зажаты, не знаю. Все, ну, потом, в принципе, шло-шло-шло, как-то играли-играли, разыгрывались, знакомились, собственно, на лане, когда вот первый раз встретились, все стало гораздо лучше, как-то познакомились, и, собственно, все окей. А с кем наиболее близко общаешься из команды? Наиболее близко, ну, наверное, с Кси, мы часто смотрим какие-нибудь игры, что-нибудь обсуждаем, там, не знаю, тренируемся перед играми один на один, что-нибудь поиграем. Ну, это еще, видимо, помету о том, что вы оба из The Nation, да? То есть вы же с ним вместе играли, насколько я понимаю? Ну, мы с ним вместе не играли. Прошу прощения. Когда я ушел, да, из The Nation, он там, пришел он туда, а потом он оттуда опять ушел, собственно, здесь мы встретились. Понятно, ну, то есть, значит, такое совпадение просто. Хорошо, расскажи, пожалуйста, о том, что у тебя в жизни, кроме Доты. Учеба, работа, личная жизнь, какие-то хобби, может быть? Ну, собственно, учеба у меня сейчас как, ушла на второй план. Вот, сейчас, собственно, идет сессия, вот прямо сейчас, этот момент, а я тут нахожусь вот здесь. Поэтому прилечу в середину сессии, не знаю, как у меня все будет, до этого все получалось, потому что я там как бы... А на кого ты учишься, на каком курсе? Учусь я на экономиста, третий курс у меня. Всегда были, собственно, проблемы там слегка, собственно, как я делал из-за Доты, но, в принципе, я думаю, справлюсь. Не хочу загадывать, но думаю, получится у меня все с учебой.
Какие-то хобби, может быть, кроме киберспорта? Вообще, как ты любишь свободное время проводить и от тренировок, и от работы, и от учебы? Ну, собственно, отдыхаю как могу, как хочу, там, не знаю, прогуляться куда-нибудь. Ничего такого конкретного занятия нету. До этого, конечно, увлекался другими спортивными видами спорта. Играл в бильярд, играл еще там в баскетбол, все. А потом, как встретился Доту, как-то и все это подзабилось и начал уделять акцент ей. Личный вопрос, девушка есть? Нет. Дотер, типичный дотер. Да-да-да. Хорошо. Далее, ты смотрел вообще вчерашний матч Empire Navi? Не целиком, но смотрел. Что ты можешь сказать, как-то прокомментировать? То есть Na'Vi возвращаются вот именно в свой тонус, потому что, согласись, у них был некоторый спад в последних играх. Ну, понятное дело, да, что у них был спад. Собственно, кто-то мне говорил, что там должен приехать Zerograviti и все разрулить. Вот, видимо, все так и вышло. Вот он вечерком-то вчера приехал, я как раз тоже этот заметил момент. И сразу Na'Vi... Ну вот, да, я тоже так думаю. Сразу у них пошли, вот особенно во второй игре, там просто идеальнейший пик, идеальнейшая игра, идеальнейшее исполнение. И, ну, в первой игре они как-то там все слегка там было непонятно, да? Вроде как-то много всех перефармило. Ну, в принципе, они все равно на своем вспомнили всю свою старую, былое все, что у них было наработано, и додавили. У тебя чаще всего герои такие саламидовские, да? Ну, как бы такой профиль у тебя. Но вы часто в то же время ставите даблу на мид. Ну, есть у вас, да, такая заготовка, когда вы ставите даблу на мид, а ты идешь на лайн. Это с чем-то связано? Или это вот просто попытка вражеского саламидера как-то вот его развести на какие-то неудачные действия? Ну, просто получается так по распику, что, ну, как-то, например, дабла будет против какого-нибудь Дарксира стоять не так хорошо, потому что он их погоняет, получает левел. Вот, и ставить какого-нибудь другого героя туда, чтобы, ну, собственно, Дарксиру было все хорошо, и, собственно, у второго героя тоже. И на миде, чтобы тоже было равное противостояние, поставить такую же дабло, если у противника там тоже, например, дабла, чтобы как-то все выровнять по линиям и, собственно, выиграть их, попытаться. Понятно. Ну что ж, я призываю тебя не расстраиваться из-за, может быть, не самого удачного результата. Мне кажется, команда у нас хорошая. Я думаю, ты согласишься. Конечно. Перспективная. Да, да. Вот. И какие-то финальные твои слова для друзей, для болельщиков, для спонсоров? Ну, передам привет всей команде организации, всем нашему спонсору. Не уверен, есть ли у нас он сейчас. Бенки вроде как у нас он есть. У Dota Stop, у CS Stop точно есть. Вот. Ну, всем, кто меня знает, всем нашим болельщикам, хейтерам. И, собственно, отдельный привет Женьку, еще одному Женьку. И Никитке и Пашке. Женек, Никитка и Пашка. Привет вам от Crazy из Киева с LAN-финала StarLadder. Это был портал virtus.pro.org, и рядом со мной был один из игроков Virtus.pro. Следите за нами. Привет.